Финальная игра хоккеистов на Олимпиаде захватила всех. Юные междуреченские спортсмены следили за ней в придорожном кафе по пути соревнований. Народный корреспондент запечатлел момент на свой смартфон. За олимпийским хоккейным финалом наблюдала вся Россия. Болел Кузбасс. Переживали и междуреченские хоккеисты. Команда «Вымпел-2008» возвращалась с соревнований. Остановились в придорожном кафе. Следили за игрой россиян. А вот прокопчане были на месте событий. Разделили эту победу в Пьончхане. Междуреченка прислала устрашающие кадры. Свои выходные подростки проводят экстремально. Катаются со стеллы. Фейерверк в центре города. Междуреченцы делятся ярким видео. Наблюдали за салютом 22 февраля. Концерт театра пародий под руководством Владимира Винокура радовал междуреченцев. Своим настроением горожане делятся с телеканалом «Июнь». Многие мужики своих тёщ не любят. А вот я свою тёщу, Зинаиду Григорьевну, я её люблю с детства. Этот мужчина решил, чтобы пожарить шашлык, выезжать за город не обязательно. Оборудовал мангал прямо во дворе. Вот таким способом признаются в любви телеканалу «Июнь». Послания рисуют на окнах. Делитесь своими кадрами, фотографируйте, снимайте видео, присылайте в рубрику «Народные новости». Будьте в нашей команде!